О, да неужели? Так, ну что ж, всем привет. Состояние трансляции так себе, конечно. Ну да ладно. Так, ладно, за этим я еще посмотрю. Надеюсь, все будет хорошо. Я вас всех приветствую на моем забытом или еще не забытом канале. Я решил записать видео, ну, как записать, пройти немного в рандомный какой-то ват. И, собственно, вот он в прямом эфире. Ну, скорее всего, вы посмотрели в записи, потому что я прохожу просто в случайное время, тогда, когда я смог запустить. Вообще-то я где-то час, наверное, возился со стримом. Что-то мне не получилось запустить его. Пришлось как-то так. Надеюсь, лагать не будет. Посмотрим. В общем, я сразу начинаю игру, не буду ничего ждать. Я думаю, скорее всего, все будут смотреть просто в записи. Так, ну ладно. По сути, я так понял, это просто какая-то компиляция ВАДа на Doom World. Я за Doom World никогда не следил. Но то, что появляется на и DDQD, я понемногу записывал свой лист, и, собственно, у меня накопилось там уже немало, наверное, вадов 20 крутых вадов, которых я, ну, достойны прохождению моего внимания, так сказать, которые мне хотелось бы сыграть, и я надеюсь, вам тоже будет интересно. Ну, кому не интересно, я думаю, просто не будет смотреть. Короче, я тыкнул пальцем в небо и попал, собственно, на этот ват. Здесь 57 уровней, если не ошибаюсь. Первые идут, собственно, в стандартном режиме. Ну, то есть они, как там, Limit Removing. Ну, там не совсем так. Там, короче, ладно, я... В классическом варианте, собственно, они идут. Хера себе классический вариант. Немного не это я ожидал, честно говоря. Я думал, будет классика. Окей. Смотрится, конечно, интересно. Уже. Ладно, сейчас. Так. Хера себе, классика. А написано, по-моему, Limit Removing. Если не ошибаюсь, так. Классический вариант. Так, смотри, бум. Здесь вот так отхит. Ксдум, мне походу туда надо. Здесь как бы карты разделены на 4 сектора. Вот, и можно пойти в один из них. И начать играть в любые карты. Я немного комментариев почитал, которые попались по этому поводу. Прочитал Shadowman'а. Он говорит, вторая карта там какая-то крутая, и первая карта крутая. Но я не помню, собственно, с чего там начиналось. Ванила, бум. Так, ну не Limit Removing точно. По-моему, с ванилой все начиналось. Не знаю, смотри, там красотища какая-то. Хотя там тоже. Ага, я думаю, туда можно немножечко пройтись. Вот так, секундочку. Котейка, привет! Ничего не спрашиваю. А, да ладно! Вы посмотрите, здесь можно уровня посмотреть просто. Одним глазком взглянуть. Круто. Ну, это похоже на классику, действительно. Ну, Shadowman говорил, что оно сделано под классику, но там что-то супер-мега крутое сделано. Что даже Shadowman удивился. Так, я же вроде бы еще не зашел, да? Так, здесь Думера сожрали, мне не очень туда хочется. Здесь, чувствую, будут месить. О, а вот здесь точно нас будут месить. Проходим. Котейка. О, попробовал сейват, но ничего не помню. Не запомнился. Но здесь 57 уровней. В принципе, неудивительно. Кстати, давайте, наверное, освещение нормальное поставлю. А, еще кое-что сделаю. Вот так вот. Так, дисплей. Динамик.
Блин, где? А, вон оно. Палеты. Офни. Так, здесь не помню, что это дает, но короче, да, поставим на off. Как-то так. О, немного повеселее стало. Блин, как оно жрет-то все-таки, конечно, да. Этот палеты. Так, хотя я играл несколько карт, может, сейчас пос... Я могу сейчас начать не с ванилы, вот ванила это вроде первые карты. Вот здесь Гздум. Давай-ка посмотрим здесь. Здесь ты явно котейка не был. Но то, что я видел там, по идее, охереть что-то крутое. Хотя я видел вот эту самую первую заставку на скрине, я помню. Я дальше просто даже не смотрел. О, смотрите, здесь дальше проходы. Ну, обалдеть. Ну, ладно. Ладно, давайте так. Эники-беники ели вареники. Окей. Ванилу? Так, ладно. Мне, честно говоря... А, смотрите, да, сразу на ванилу. Ну, давай. Давай к ванилу. Погнали, первая карта. Посмотрим, ну как котейка, вспоминаешь? Такая музычка. Само начало пока, ну, двойственное чувство. С одной стороны, прикольно, просторы, все. Такое что-то новенькое, бодренькое. И в то же время как-то пустынно здесь. Особенно вот этот задник. Он вроде бы прикольно сделан, но чуть-чуть недоделан. Такие вот впечатления. Ну и здесь голенько немного. Ну, не все так плохо. Ну да, здесь вообще голенькие такие базы. Я смотрю. О, боже. Так. Ты что? Ты что? Ух! Арчевайл. Блин, я пулемет хотел забрать. Ух! Воу-воу-воу-воу. 5 хп. Я выживу? Как думаете? Нет! Пока еще живой. Нам надо туда пробежать срочно. Ай, шо... Там желтый ключ был. Помню, эта карта не понравилась. Вроде бы последние неплохие. Ладно, здесь карт на самом деле очень много, я... Давайте начнем со второй. В принципе, первое, на первый взгляд, тоже так себе, я не знаю. Shadowman хвалил вот эту вторую карту, потому... Попробую я пройти ее. Так, сейчас я чат немного переставлю. Рестрим, кстати, сломался, я... Запускал, запускал. Так, куда его поставить? Пытался запустить, собственно, стрим, но он никак не хотел запускаться. Рестрим, похоже, сломался. Так. Все, конец. Что-то я туплю. Я настолько давно не играл, что я даже не знаю. Не знал, что делать. Я же растерялся. Так. О, кривые ступеньки. Слушайте, этот угол больно знаком, но в принципе его можно куда угодно такой угол делать. Так, мне кажется, вот туда нужно стрельнуть. Ой, мне кажется, я зря сделал. О, горю! Блин, черт. Just random, dude. Ох, поздно как-то, ну да. Здорово. О, вспомнил, пишет котейка. Ого! Я только что посмотрел. Я просто на чат сначала посмотрел. Поднял голову там. Арчвейл. Блин, я же где-то тут нажимал. Точно вам говорю.
Ага. Так. Что-то я не совсем понимаю, что происходит. Я думаю, отсюда надо как-то выбираться, потому что вот здесь появится куча арчвайлов, и тогда будет всем нам плохо. Ну, точнее, мне, конечно, будет плохо. Ага, типа электричество. А это типа патроны. Такой дизайн. Я не знаю, зачем этот в этой карте вообще какие-то мелочи проделывать. Большинство, наверное, их вообще не заметят. Я и то просто их заметил, потому что я пытаюсь найти какой-то логический выход отсюда. О, нет! Что я не так делаю? Наверное, они должны меня подбросить. Я до сих пор сомневаюсь в правильности. Сначала надо стрельнуть, а потом можно открыть. Интересно, интересно. Кажется... Давай! Ну, частично я перелетел. Так. Где-то год назад в это я играл и уже не помню, в чем прикол. Да вот, похоже в этом. Я уже как Берни. Этот, как его? Уикенд с Берни. Трупаком перелетаю. Да что ж такое? Что с этой дверью? Не могу понять. Здесь где-то открывашка. Не могу понять. Такая музыка. Приседать нельзя, если что, прыгать тоже. Остается только... Собственно, что мне остается? Может, тут еще какой-то... Зашел поиграть. Называется. Так, это не хочет, это не хочет. Нужно думать. Да как его можно пройти? Это же невозможно. Так, окей, на полосочку нажимаю. Секундочку, там. Скорее всего, показалось, конечно. Надо как-то сюда. Надо туда. По-моему, что-то опустилось, да? Хотел сказать, музыка прекратилась. Я сначала думал, что я уже так задумался. Так, что-то... Так, три свечи. Ладно, я не думаю, что в этом прям что так заумно, хотя я уже застрял. В принципе, старт к тому уже и показывал, что застрять очень легко. Я так понял, надо здесь где-то нажимать. Наверное, да. Наверное, здесь где-то есть такие полосочки. Нет. Котейка. Помоги. Так. Помогите. Нет, похоже, назад нас не пустят. Короче. Ладно. Да. Не, ладно. Извините, ребята. Я не знаю, что в этом увидел Shadow Man.
Это странно. Боже мой, хоть один уровень смогу-то пройти. Ладно, давайте я пойду в Гздум, потому что я не знаю. Пулеметчиков много. Сейчас я выберу какой-то более мирный. Я хочу просто походить, честно говоря, полюбоваться картами. Собственно, на это я и надеялся. Так, вот здесь много кислоты. Но выглядит, между прочим, прикольно. Это тоже выглядит прикольно. Мне кажется, он сам по себе уже жесткий. Прям... О! Лесопарк. Такой. Ага. Сложность легкая. Отлично. Как раз. Ну, я вроде проходил там вроде не гиперсложно, но и богу не помню уже. Ну, там было аж бета первая, потом бета вторая. А это финальная уже. Так, ну что ж. Прикольно, что пишется хоть какая-то сложность. Собственно, с этого и начнем. Мне уже нравится. Это примерно то, что я ожидал от игры. Изначально, скажем так. Хотя... Ладно. Написано, что легко. А, собственно, здесь же прыгать можно. Это же Гздум. Конечно. Немного напомнило Gold Souls с этими прыжками, но только, конечно, здесь не такие прыжки, но очень-очень смахивает на такую тематику. Собственно, большие деревья, платформы. Такая платформенная игра. Спокойная музычка. Природа. Так. Ой, что это с музыкой было? По-моему, здесь что-то есть. Хотя по такой логике может... А, вон лестница. Так, нет, я думал там... Приход. Но нет. Но по дереву, я думаю, вряд ли надо лезть. Туда мы, наверное, что же, не сможем полезть. Залезть, да? Да? Давай попробуем. Ой. Да, это, похоже, было моей последней ошибкой. Блин. Так. Вот в это я уже не играл. Ну да. Потому что это они идут под конец списка. Не, ну хотя, судя по всему, здесь можно же выбирать. Ну, это гздумовски. Так, я думаю, вроде бы с другой стороны заходил. Ну, понятно. Тогда все понятно. Да, блин. Написано легко. Вот с музыкой здесь какие-то проблемы. Кто она прерывается прям. Притом... Не очень приятным образом, что я вам скажу. Ты как-то так проникаешься. Такой японской тематикой, что ли, не знаю. Почему японской, но... Что-то около того. Так, ну что, я, пожалуй, сохранюсь. Щитоли. Так, один. Что это такое? Блин, надо было подписывать. Окей, ладно. Map 1. Фига себе, написал. Так. Обычно я более лаконичен, конечно. Ну. Окей, так. Две я нажал. И что теперь? Что теперь? Немного напоминает The Witness. А, лестница достроилась. Ну, конечно. Ну, не то чтобы здесь прям такие головоломки, но... Просто там дело не только в головоломках, но и в спокойном, безмятежном. Безмятежная игра такая. Наверное, что-то вроде портала. Но здесь, смотрите, можно допрыгнуть.
Можем туда зайти. Арчвайл. Замороженный. Так, ну я пока не буду сюда прыгать, потому что я, честно говоря, даже не уверен, сработает ли это. Ладно, давайте пойдемте по центру пока. Я думаю, нам тоже надо будет на самом деле сначала туда сбегать, потом туда. Может даже и сюда запрыгнуть. Хотя, смотри-ка. Дэнни внутри ветеран, можешь именно сейчас заценить одну из свежих вещей от профессора. И вебка пока нет, ибо скоро будет приобретение новой. Возможно, возможно, но я пока думаю апгрейдить свой компьютер. На самом деле. Но возможно и вебку тоже. На самом деле без вебки, потому что у меня опять с освещением проблемы. Так. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь меня немного поддувает. Есть такое мнение, что меня сейчас либо влево, либо вправо подует. Не, вроде бы. Что это было? Влево или вправо сдует? Я так понимаю, здесь главное не коснуться. Да что ж такое? Вы слышали, я как-то пробуксовываю? Что происходит? Ладно. По ощущениям, как будто... секундочку. Они на время работают. Привет, профессор. Ой, я горячо. Фух. Фига себе. 5 хп. Я в основном здесь подыхаю от того, что... От того, что куда-то не туда падаю. Я еще здесь ни один монстр не атаковал. Самый мирный уровень пока. Ладно. Секундочку, это как-то выглядело... А, я там был. Ладно, давайте сходим сюда. Посмотрим, что здесь. Три колонны, мне кажется, ну, очевидно, вроде бы так. Здесь какая-то головоломка. 3-3. Ну, наверное, 3 к 3, 1 к 1. Я прав? Только что, значит, сначала череп. Теперь рычаг. Так. Хорошо, вроде бы. Видели? Сбросили, да, вроде бы? Оп. Ага. Это мы поднимаем, а это мы опускаем. Я же говорю, видно-с. 2, 3, 4, 5. Блин, надо... Теперь не видно нифига. Черт. Так, ну ладно. В целом понятно. 2, 3, 4. Эх, блин. Трудно быть гномом. Так, 1, 2. 2. Так, Дэдин 3. А пока ветеран все еще проходит The Ghost Souls 2, а второй уже начал разрабатывать третью часть. Да ладно. Так, окей. Окей, так это можно было, наверное, и повыше, да? Хотя... Хотя... Нормально. Так... Вот, блин, знаете, что мне это напоминает? Что мне, похоже... А, нет, смотрите.
чтобы на время похоже. Блин, да. Значит, надо сохраниться. Так. Интересно, это там что? Понятно. Так. Опа. Нет! Черт! Я правильно заметил. Окей. Окей. Я слышу что-то. Слышали только что? Я перед этим тоже услышал. Да. Да. Сложность ребусов карты. Нифига не понял, но очень интересно. Ну да. Музыка такая немного как-то недоделанная. Так. И что? Ладно, я нажал вроде бы, да? Надеюсь, она-то не на время. Я очень на это надеюсь. Как только это проверит-то... Понятно. Что это за угол? Ладно. Да, нифига не понятно, но очень интересно. Собственно. D1M3 уже подметил. Так. Здесь, наверное, нечто похожее. Да, вот оно, смотри. Надо будет спуститься, вот так вот быстро залететь. Правда, вот здесь логику я... А. Прикол. Я думал, это там где лазеры. А нет. Здесь тоже надо будет открыть. Такой ботанический сад, прикольно. Надеюсь, меня вот эти не будут в конце жарить. Потому что мне хотелось бы как-то. Так. Ладно, давай-ка. Перепрыгнем. Джек, дай. Да. Так. Что там, профессор? Как жизнь-то у вас? Я, честно говоря, давно не заходил уже. Как-то так. Получилось. Окей, слева. Это, наверное, что-то произойдет слева. Черт. Блин. Я не сохранился, да? Болван. Так. Ой! Вот это да. Вот это я дал. Со, там портал, смотрите-ка. Нифига себе. Я же не оттуда, а нет? Да вроде нет. А хотя, может и да. Не, ну это в левую сторону бежал, правильно? Это вправо ж. Ой.
тут хоть ступеньки построили. Блин, так лень писать такое большое название. Ладно, запишусь на это. Оп! Ты, елки-палки, музыка так поменялась, я подумал, что это произошло. Но нет. Так, синие листья. Секундочку, какие еще синие листья? Или вправду синие? Синие? Так, ага, это другой ребус. Понятно. Жизнь, учеба. Вышел один хайповый ролик, походу, Дэдди на 3 про него говорил. А так пока ничего нового. А, ясно. Глянем, глянем. Хайповый ролик, хороший к слову. Спасибо, мы старались. Гляну, обязательно. Так. Ладно, идем по точкам. Нет. А. Да тут все просто, в общем, да? Действительно, надо по точкам идти. По идее, для меня это самая сложная задача, потому что я обычно нифига на карту не смотрю. Я не любитель с картой проходить, но... Но, тем не менее, я посмотрел. Такое ощущение, что в конце будет скример. Только я так дойду, так сейчас... Так, отлично. Шикарно, квест выполнен. Ну да, как видно, чертовски похоже. Так, окей, ладно. Нет! Блин. Фак. А я же не сохранился, да? Черт. Черт, да подери. Так, куда там? На точки, потом сюда, потом сюда, потом. Потом туда, все правильно. Да, все сюда, 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 сюда. Какого фига? Не сработало. Я же все правильно шел. Сюда, сюда. Может, я где-то соскользнул с тропы. Надо с другой стороны зайти было. Вот, жуки хитрые. Ну да, я правильно все делаю. Сюда, точечка. Здесь чувствую себя Пакманом. Немного. Я сразу туда побежал, надо было. Оп, оп, оп. И интересно, можно как-то отсюда... Нет, нельзя. Надо обязательно обходить этот квадрат. Усложняют прям на ровном месте. Ну ладно. Не произошло скример, ну да. Окей. Новый саунд. Так, что у нас здесь еще? Еще один портал, который ведет никуда. Ой. Ну да. Чуть не подло, нет! Блин, опять на этом. На правом. Тук-тук-та-та-та-та. Нормально. Оп. Ладно. Бессмыслица какая-то. Так, нам, пожалуй, нужно вот туда, в ботанический сад. Там вроде бы даже что-то открылось, если не ошибаюсь. Нет. Так, там мы были.
А здесь... Я здесь не был. Ну, как не был? Был, конечно. Но... Короче, левый... Это что-то слева происходит. Впереди что-то... Ну, впереди как бы вот это должно проходить. Здесь, конечно, еще намек, что патроны лежат. Смотрите, может как-то стрельнуть надо куда-то. Что-то сдвинулось. Я как бы и раньше это слышал. Так. Патрон. Зачем мне патрон дают? Не могу понять. Телепорта нет. Значит, туда лучше не прыгать. Окей. Прыгать не будем. Так. Блин, нифига же нет. А что если быстро успеть? О, один. Во-во-во-во. Одну секундочку. Кстати, помните, одна из них была желтой, по-моему. А, вот же она. Ладно. Собственно, можно попробовать, что это вообще такое. Так. Я просто врезался. Гениально! Смотрите, сколько кулеров крутится, кстати. Самая вентилируемая комната, которую я знаю. Ой! Нифига не происходит, но я постараюсь все три нажать. Давай! Ну, судя по звуку, что-то двигается. Что-то жужжит. Давайте на дерево залезем. Да. Ничего не произошло. Ну да. Окей. Так. А что в этом саду? Ничего, да? Пока заперто. Понятно. Тарас Дубинин. А чё это вы тут делаете, а? Да, здорово. Давай, профессор, удачи. Тебе тоже спасибо. Не забываем про лайки, если нравится стрим. Спасибо, профессор. Спасибо. О, Намак, здорово, здорово. Ёдушки, зеленушки, Джонни. Да, Намак. Внезапно. Решил душу отвести, так сказать. Надо будет как-то запилить стрим. На Новый год. Да. Что-то я чувствую примерно где-то так оно и получится. Чтобы не загадывать загадки. Я думаю просто ПК обновить себе. Вот. Нифига непонятно. Так, ладно, какие... Какие у вас есть предложения? Вот здесь слева какая-то такая каморка интересная. А еще вот здесь есть два столба таких. Но я сомневаюсь, что дело в столбах. Ой-ой-ой.
Так, ладно, давай сейчас нажму. Привет, в гостях у Ков. Так, а, вот оно. Я уже думал, изменения какие-то появились. Я даже обрадовался, несмотря ни на что. Нам, кстати, давали здесь патроны. Я не знаю, правда, куда их можно это применить. Судя по ощущениям, что мы должны быстро куда-то попасть. Вопрос, куда? Три рычага. Три обоймы. Ну или магазин. Короче, не суть. Времени как вроде как дается немного, чтобы понять, куда нужно пальнуть. Возможно, аж туда, но я сомневаюсь. Или сюда. Секундочку, вы видели это? По-моему, там был глюк. Да. Это именно глюк. Честно говоря, я надеялся, что это не глюк. Ладно, давай-ка еще разочек. Слышали? Что где-то за столбом что-то происходит. О! Охренеть! Вот оно в чем, я понял. Прикольно, прикольно. Так. Вот так. Вернулся профессор. Все равно лучше отвлекись по-быстрому и глянь видос профессора. Окей, гляну. Ну, не сейчас, не знаю, сейчас я пока не готов. В гостях у Кова я сижу и делаю 1024 на 1024. Почему я такой ленивый? Ну, это хоть что-то. Я вообще не делаю. Так. Так, все, профессор опять ушел. Так. Котейка. Мне кажется, стойки с арчами должны двигаться. Возможно, так. Ну, собственно, я уже финал раскрыл. Сейчас посмотрим. Впрочем, вряд ли. Намах. Эх, двойное спасибо за стримец. Каждый раз в случае чего ты безмолвно воодушевляешь меня на стримы и видосики. Да, намах, на самом деле я давно не делал. Ну, если хоть ты уже делаешь, уже хорошо. Потому что видишь, как оно. Пойду сам попробую карту. Бафы накидываешь. Одна лампа стала синей. Да ладно. Да не, лампа была синяя. Вон желтая лампа, вон синяя, красная, зеленая. Я тоже поначалу так думал, но нет. Итс. Поехали. Здесь вы поняли, в чем суть лазеров-то? Потому что в них можно жариться так нехило. Прожариться. С обоих сторон. А? Ну, нормально. Прикольно. Весь в Думе еще есть такие простенькие головоломки, но они есть, не знаю. Люблю головоломки. Ну, возможно, такое настроение, конечно. Так, ну что ж, я думаю, нам в ботанический сад пора бы. Хотя, вроде и нет. Ладно, секундочку, мне кажется, здесь слева и справа что-то еще. Нет, смотрите, телепорт. Телепорта нет. Опа! Опа! Нифига себе, блин, такое тяжело заметить, честно говоря. Это было близко. Так. Окей, ладно, я рад, что еще быстро заметил, честно говоря. Я бы мог, на самом деле, гораздо дольше это замечать. По сути-то.
Так, это только что оно и было, да? Я так-то надеюсь. Давай-ка еще разочек. Да, не нажимается. Надеюсь, я сейчас телепортнусь хоть. Да. Так, и мы у ботанического сада на конец, но опять нифига не поменялось, блин. Что ж такое, что ж такое? Надо наверх пилить. Так. 8 гребаных часов. Да, на потолке, на потолке. Так. И вот еще. Я даже, честно говоря, подумал, что я не падаю. То падаю, то не падаю. Все-таки я упал. Эп. А как такое может быть? Секундочку. Наверное, я что-то не доделал. Что-то я не понял. Ой. Ой, так что ж такое, не могу допрыгнуть. Так. Ой. Да, ты смотри, я не нажал, оказывается. То есть я просто не сохранился. Давайте признаемся. Ну ладно, тут головоломки, в принципе, пока идут нормально. Ой! Я ж передернула. Короче, на самом деле я просто не успел. Ух! Кажется, она скользнула, потому я, наверное, поспешу. Надеюсь, меня не телепортируют неожиданно. Вроде бы нет. Ну ладно, раскрыли еще одну головоломку. Закрылась, да? Ну ладно, пусть закрывается. Главное, там нажато. Ну, я вроде бы все разгадал. Все, я победил. О, есть, прошел, прикольно. Так, мой мозг. Хап. Да, кто не видел, вот такая вот штуковина у нас радует в самом начале. Как видите, здесь бум, лимитры бум, ремуинг, сдум и ванила. Я, конечно же, иду сюда. Красивый старт. Закос под первый квейк. Чувствуется именно этот подход. Как по текстурам, так и сам подход к эпизодам. Так, мы проходили только что. Вот этот. Можно сказать, что это как Golden Souls 2.5. Так, не знаю, что здесь. А ну-ка, тяжело. В баню. Средний. Окей, погнали. Все эпилептически сдохли от выхода. Ух ты. Красиво. Однако могу заметить. Так, ну на этот раз, конечно, не все так просто. Без боя не получится. Немного напоминает стиль Stormcatcher'а. Уж больно. Связали. По-любому. Слушайте, я реально помню эту карту. О, подожди, это же реально Stormcatcher делал. Ну ладно, давай-ка еще чуть пройдем. То я точно помню.
эту карту. Я точно помню вот эти плиты, как я прыгал. Оружие, там где-то броня с такой же стороны должна быть. Лол. Да. Прикольно. Ну ладно, я эту карту играл. Забавно. Стормкачер-то тоже попал. За что ему респект и уважуха, как говорится. Так, ну ладно. Погоди-ка, куда я зашел? Так, Zoom точно. Ну да. Так, код неплохо смотрится. Вот этот вроде такой интересный. Правда, минимализм здесь уж больно. Мне нравится, что здесь есть скалы. Вот так. Ладно, давай-ка глянем. Так, у вас там качер. Так, это тяжело. Вроде как. Это близко к классическому такому. Вот это выглядит прикольно, но мне кажется, меня будут со всех сторон обстреливать. Вот так на каждый смотришь на скрин и уже видишь какие-то подвохи. Так, городская карта, но она, по-моему, недоделана. Да ладно, шучу. Ладно, давай-ка сюда. Скалы вроде бы интересно. Это карта Штамкачева. Да. Стопудо. Ау. Воу, я не пролазю. Прикол. Блин, я 3 скп из-за этого потерял. Между прочим. Так, начало. Вполне так. Вот. Так, надо, чтобы между собой там немного передрались. Если это так будет продолжаться дальше, долго не протяну. Ух! Нет, слушайте, прикольная карта. Мне уже нравится. Ну, здесь, конечно, да, такой именно на скорость. Я даже не прочел. О, слушай, ствол был. То есть здесь такая арена, но она какая-то необычная. Это очень круто, кстати. И динамика боя здесь очень необычная. Ну, в смысле, как быстрая динамика боя. Честно говоря, напоминает 1 ватт из... блин. Гребаный этот... Подгорание оружия. Блин, зря остановил. Ладно, не до этого. Так, нажали на плиту, окей. Так, никто не напал уже, хорошо. О, да. Ствол задействовать. О, нет. Было близко. Так, надо немного стволом разбавить, потому что реально патронов мало. Так, я... А, отлично. Фух, бодрое начало, мне пока очень дико понравился уровень. Начало отличное, даже можно переигрывать спокойно. Реиграбельность 100%. Сейчас, конечно, немножечко поспокойнее пошло. Даже не знаю, это, честно говоря, хорошо или плохо, но... Возможно, небольшая передышка действительно неплохо. Ой, кашу немного. Так.
я уже не могу прицелиться. Так, сейчас я вам почитаю. Джефф, здорово. Давно не было тебя, где вебка, и во что играем? Играем, собственно, написано то, что в описании, но здесь можно на выбор делать. Ну, на выбор ваны можно делать. Но, по сути, это сборник ванов. И сборник ванов на Doom World, я так понял. Здесь входит аж целых 57 карт. Скачать, в общем-то, в описании ссылочка есть, так что добро пожаловать. Много интересных карт. Ну, некоторые так себе. Но есть и интересные, так что. Вперед дерзать, так сказать. Котейка в Doom. Ну да. Название вада в названии Стима. Какая-то буржуйская сборка разных авторов. Да. Да-да-да. Стронг. Ой, котейка дело говорит. Так, я еще раз сохранюсь. О! Не знаю, что за арчвейл, но впечатляет. Хотя не особо впечатляет, честно говоря. Это, видимо, и не арчвейл. Я думал, такой краснющий, как рак, потому что можно так поджарить. Но нет. Броня, как тебя взять? А, видимо, мы ее возьмем с другой стороны, да? Когда будем проходить, если будем проходить, конечно. Так, 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 а нам, видимо, нужно вернуться назад, что ли? Так. У нас есть, у нас ничего нет, нужен красный ключ. И что это за дверь? Дверь не открывается. Открывает, конечно же, вот этот рычаг. Ну да, мы по сути можем туда еще прыгнуть, конечно же. Ну да. Кто-то, я думаю, не может же быть этот уровень заумнее, чем предыдущий быть. Так, так. Окей. Пока так. Начало и вторая половина уровня прям сильно отличается от того, что я вижу. Сам уровень, в принципе, неплохо сделан, но начало мне, честно говоря, больше понравилось. Просто им нужно было сделать, что вот первая секция закончилась, и там началась вторая секция. Второе испытание, так сказать. Ой. А так как-то началось по одному, закончилось по-другому. Так, где уже все понятно. Так. Мало детализации. Не, ну, детализации маловато, да. Начало было прикольное. Я, наверное, чуть пропустил. А, зашибись, это еще не под ваниль. Единственная отмазка растаяла. Котейка. Единственная отмазка растаяла, ну да. По сути, да, для водили еще как-то простительно, а для X-Doom'а, конечно, это совсем. По сути.
Сдуму здесь, по-моему, даже здесь делать ничего. Я даже не знаю, что в Сдум приплели. Вроде же ничего такого особого здесь нет. Ну, видимо, автор просто на Сдуме это и сделал. Ну, кто ему доктор, да? Не, ну монстры, конечно, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Матерь божья. Так. Ну да, так там. Да блин. Они с хвостами. Забавно. Так, котека, тут, короче, есть хаб, состоящий из 400 частей. Та-та-та-та, так, понятно. Все понятно. Джив-джив. Эта карта из категории Sector Removing. Я не выпендриваюсь, но даже бы я сделал лучше. Так. Блин, мне бы ракетницу, честно говоря. Ладно, давай-ка попробуем затащить с пулемета. Вообще надо как-то... Кто-то еще. Ау. Так-то больно попадает. Что я скажу? Оп! Понятно. В чем причина всех бед. Здесь надо красиво делать кругаля наматывать. А, ну вроде бы это я немного от жизни отбавил. Это, короче, их не батя пришел. Так, не ворчи. Весь крыхтит. А, да сейчас. Все. Так, ворота теперь доступны. Ну, найс. Чё могу сказать? Это было довольно... В принципе, не так уж и сложно, хотя поначалу парочку раз-то меня, конечно, убил. Так, броню, между прочим, я поднял. Освещение почти отсутствует. Джев-Джев пишет. Согласен. Почти никакущий. И это при том, что освещение здесь я поставил под стиль Doom, а он считается таким чуть темнее, чем... Ну, даже не стандарт. Ну, такой, чуть светлее, чем Dark, скажем. Как-то так. Секундочку, какие ворота тут открылись? Где-то здесь? Нет. А, вот. Эти ворота, что ли? И это не называют ворота. Это гребаная калитка была. Обычно такие карты делают новички, которые только-только-только начали что-то делать, кроме квадратных комнат. Котейка, тут проблема скорее в том, что одна текстура почти везде. Ну да. Сама архитектура, как бы, уровня, в принципе, неплохая, честно говоря. Но как-то она недополирована в плане дизайна. Ну и монстров можно было чуть получше расставить. Не, ну местами круто. Мне особенно понравилось, очень начало понравилось. Будь бы это спидмаппинг, можно было поценить ее так по-своему. Так, собственно, куда иду? Мне нужно назад.
Это дурацкая привычка, когда разговариваешь, начинаешь ходить просто куда попало. Нам сюда. Так. Откуда ты здесь взялся? Боря. Борис. Ну и нафиг. Так. Ип. Угу. Ну как-то, знаете, начало такое хардкорное было, а чем дальше как-то хардкора все меньше, меньше, как-то, ну, как-то странно. Уходите. Дико странно. Это за 1000 будет, что ли? Закончились. А пулемет не такой эффектный. Эффективный, точнее сказать. Фух. А, даже не царапинки. Так, а что, можно было не убивать? Наверное, я должен был убить за какое-то определенное время, да? Угу. Хорошо. Так, пожалуй, сохранюсь. Да, я думал, на меня кто-то нападет, но нет. Бух, блин, только на чат посмотрел. Ай, ай! Сволочь. Да я загружусь, потому что это было слишком неожиданно. Я просто на чат посмотрел в этот момент. Так, Джеб-Джеб, это тоже так, ну да, архитектура единственное, что здесь не режет глаз, и другие органы тела. Так. Так, может, новичок какой-то и делал. Кто сказал, что это сборник топовых мапперов? Кстати, забавный факт, что архитектура карты намного важнее дизайна. Именно на этом мапперы Doom 2 и Doom 1 выехали. Они почти... Детуили создали так отчетливую карту. Ну да, 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 так и есть. У вас такие ловушки, руки бы по плечу потрогали. Ну да, Doom 3 подъехал. Я что-то тоже не люблю, когда закрывают. В принципе, я не знаю, есть ли думеры вообще, которые любят, когда закрывают. Ну, хотя да, разделы, значит, понимаю, кто-то любит. Хотя, может, это в основном авторы карт это любят. Не знаю. Хотя главное, что не перед картами боем хоть закрывает. Это уже рад. Так. Сейчас опять выбежит, смотрите. А нет. Что-то не получилось вангануть. Упс. Я про ревенантов. Ну да, да. Ревенанты, конечно, особо здесь. Или, ну, Ренаты, в принципе, еще ничего, вот когда пулеметчиков ставят. Это вообще дико бесит. Особенно, когда их ставят так далеко, что ты им даже сделать ничего не можешь. Просто вишенка на торте. Так, а, вот куда вас занесло. Понятно, понятно, все с вами. Воп! Да. Все собрал. Так. Ага, отлично. И как я сохранился? Понятно. Как мне пришло в голову сохраниться? Сумасшедший. Ау.
Достал. Я думал, тут безнаказанно буду сидеть. Расстреливать. Видимо, наверное, где-то... Да нет. Ох. Блин. Почти все КП потратил. Блин, ну я так понял, пока всех не убью, я отсюда не выйду, да? Это плохо. Потому что, скорее всего, я отсюда не выйду. Так. Пёсики, собственно, наверх. Сколько их? Да хоть патронов хватит, честно говоря. Я уже не уверен. Фак. Ну ладно, я кое-что увидел поважнее. Короче, смысл не в том, чтобы перебить, конечно. Там рычажок. Давай, котейка. Спокойной ночи. А это ты сам пробовал мапить? Пробовал. Такое. Ну, вроде бы местами делал что-то... Как это сказать? Да блин. Сейчас скажу. Так, еще один кто-то смысл, куда их? Даже не знаю, где это. А. Так, ладно. Короче, пойдет. Ага, нам в другую сторону. Окей. Так, а меня что здесь достают? Да пропусти меня, блин. Падла. Ай. Секундочку, я еще живой. Блин. Вообще неплохо, я так двоих шпиндерил. Ау. Воу. Да. Я, кстати, уже не говорю про 3D флоры. Глубокую воду. Так, ну я и 3D делал. Всякое. И масло. Короче. Большие локации. Всякое такое. Так, аптечка. Хорошо. Но проблема в том, что я не доделал. Большущий проект был. Но там проблема даже была в том, на самом деле, что я переоценил возможности движка. Что за звук? Ладно. Так, вот здесь еще птички. Короче, сделал я огромнейшую там карту. Подземный ад хотел сделать. Ну как, классический ад, но под землей. На то время еще не было мода, как же он назывался, Hellspawn, по-моему. По-моему, так. Там, где можно играть за монстров. И вот была такая мечта сделать, чтобы там все против всех мочились. Рубилово такое было. Ну и пока я делал, потом проблемы с картой началось. Жуткие тормоза, потом выкидывать. Я не знал, как с этим бороться. А потом появился этот мод. Я, собственно, подумал, нафига, собственно, моя карта. Если моя мечта-то уже сбылась. Так. А это мы так и не открыли, да? Так, чуть-чуть. С другой стороны должно открыться.
Депп, карта, конечно, сыроватый. Джефф Джефф. Да. Так, это я не забирал. Секундочку, я открыл. Вот здесь, да? Ага. Окей. Окей. Ладно, я сплю нам. Давай, спасибо. Удачки тоже. Так, ну что ж, а мы попробуем какую-нибудь еще сыграть карту. Думаю, напоследок. Вот это вроде бы неплохо смотрится, но я опять же, как я говорю, мне кажется, будет меня со всех сторон просто расстрелить. Хотя, смотрите, сложность легкая. Знакомая музыка. Я, кажется, понял, но сейчас включу. Блин, что же за музыка? Крутится на языке, но не могу вспомнить. Я думаю, вы все поняли, что это за музыка. Хотя я, честно говоря, не знаю, где я ее слышал, но... О! И этот меня вынес. Ничего себе легкое. Собственно, знаете, мои ожидания оправдались. Меня будут расстреливать здесь со всех сторон. Так, мне нужен ствол. Так, нужен. Да, блин, я знал, что меня убьет какой-то зомбак. Так, погодь, там... Вот здесь справа патроны есть. А здесь ствол. Связь. Так, кстати, там был еще, видимо, сержант один. С другой стороны, да. 10 хп, ну, что, скажем, неплохо. Могло быть и хуже. Так, здесь сразу ревенант. А, здесь тоже можно зайти. Я, честно говоря, думал, что не откроется. Ну, тут детайл-то получше. Начало тоже бодренькое, как в прошлый раз, но на прошлой карте мне больше понравилось. Начало. Именно начало. Ну, а тут... Та ёлки-палки. Невероятно. Я вроде нажал. Так. Так. Вон еще один. Хорошо. Так. Так, и эта карта отлично выглядит, кстати. Джо-Джо. Вот хаб делал профессионал, сразу видно. Все фичи X Doom использованы на максимум. И эта карта отлично выглядит. Да, начало, конечно. Круто, я согласен. Там превьюху делал точно. Мега профессионал. В отличие от тех, кто делал карты. Кроме Stormcatcher, Stormcatcher там тоже хорошо. Его карты я знаю. Не будем знать, собственно.
Том Катчер плохого не сделает. Ни раз не делать от него какой-то плохой карты. Вот эта комната, конечно, мало детайла, но она сама по себе странная. Не знаю, может, так и задумывалась. Какой-то огромный ангар. А здесь, видимо... Что здесь? Что-то вроде пристани. Ну, баланс здесь, конечно, выдержан. Что я могу сказать? Так, меня же не закроют здесь. Хорошо. Кстати, могу заметить, в этой карте можно идти куда угодно. Это очень круто. Ну и забавно, как сделано, да? Очень необычно. Правда, единственное, что с таким детейлом она немного не вписывается в свои рамки. Мне кажется, я где-то пулемет пропустил. Блин, я тупанул, знаете, что надо было к Ревенанту заглянуть. Мне кажется, у него там что-то есть. Скорее всего, там аптечки есть, мне кажется. Это, в принципе, тоже неплохо. Так. Но автор нас здесь заставляет попользоваться пистолетом. Пулемет? Хотел сказать, попользоваться пистолетом. Так, что-то темно слишком. Ладно. Автор решил еще и поиздеваться. Хоть пулемет не отобрал. Из рук это было вообще весело. Да ладно. Так. Так, 60 патронов, да? 65 патронов. Можно зайти сейчас к Ревенанту и поговорить. Где плазма? Или сюда заглянуть, может, там плазма? Так, я все-таки хочу с Ревенантом поговорим. А, кстати, можно еще сюда залететь, немножечко сбить патронов. Да, это, я думаю, неплохая идея. Так, мне не нападут здесь? Судя по звуку, там кто-то есть. Очень красивая, кстати, первая локация. Вот эти штуки на фоне красного неба. Шикарно смотрится. Обрамление. Все прям сделано. Шикарно просто. Первая локация. Топчик. И старт такой тоже. Как телепорты в Doom 3. Нечто такое похожее. Так, ну и что ж, давайте залетим, собственно, к Ревенанту. Рэуч. А, там проход дальше. Не все так просто. Ой-ой-ой-ой-ой, фух. Много влетело мне. Упс. Ага. Так, а что это здесь тело валяется? Я здесь не был. Ну да. Тоже красивый, красивая комнатка. Немного из-за одноэтажности кажется, что он однообразный, конечно, но в принципе для глаза довольно приятно смотрится. Ну, свет, поскольку это под Xdoom, то видно, что свет рассчитан под динлайты.
Так, бронька, это все шикарно. Сохранимся. Блин, да откуда же эта песня? Немного напомнила. По-моему, из третьего эпизода. Я, ладно, не буду врать. Блин, промазал немножечко. О. Ты один? Удивительно. Я думал, сейчас появится целая группин, кукин, и буду делать мне гуген квакен. Но нет. Так, 100, шикарно. Патрончики. Ого. Вот это, по-моему, сделали в этом комнату. В рандомайзере. Очень похоже. Как будто, знаете, реально рандом делает вот такие вот карты. Ну, не знаю, может... Может, там за бугром принято такие делать карты. Они там любят такое подобное, хотя нет, тут немножечко по-другому. И близко. Так. Ой, Илья, здорово. Какие люди в Голливуде, да. Здорово, здорово. Решил немного отдохнуть с вами. Я первый час, на самом деле, не мог запустить стрим. Я через рестрим обычно запускал, то есть сервис, который запускает и на Ютубе, и на Твиттере. Ну, я обычно только на Ютубе, конечно, все равно запускал. Что-то с ним пошло не так. Пришлось немножко сделать небольшие поправки. Так, собственно, зачем тебя убивать, да? Ты же нищеброд. Ты голодранец. Все, ладно, погнали. Такс. Оп. Ага. Сержант Майер. Оп. Оп. Как-то немного у меня отнимает. Кстати, напоминает немного вот этот ват, карту бивня. Да, карта бивня, точно. У меня была подобная карта. В таком стиле точно и базы, такие же раскрасок. Может, есть бивень? Не, это Марламир какой-то. Не из нашего батальона. Так, сейчас я чувствую, мне нападет все, что можно, да? Вроде нет. Что-то вроде Doom 3, да, тут получилось. Мап 13 напоминает Doom 2. О, на последнем патроне. Прям. Блин, уже глаза болят. О, им.
Ах ты ж. Ты смотри, как ловко пользуется темнотой. Так, а здесь что? Живой фонарь. Так, вот здесь направо можно. Ой-ой-ой. Фух. Илья, я хоть не опоздал особо, а то я до этого немного возился с новым телефоном. Понятно. Ну, как сказать, пару карт пропустил. По сути, я здесь на этой хотел закончить. Ну да, уже 12 часов. Так. Что здесь? Здесь целая комната. Прикольно. Вообще здесь выглядит как телепорт другое измерение, потому что комната одна. В одном стиле здесь как-то все такое другое. Не, ну хотя стиль немного есть. Таким же смысле я даю. Фух. Так, кислота не бьет, что ли? Угу. Так, аптечки по бокам. И здесь проводится какой-то ритуал. Ритуал над чем? Понятно. Кстати, по-моему... А, нет, не этот скрин был. Другой. Ух ты! Красиво, красиво. Ну, здесь, правда, такое ощущение, как будто фантазия автора немного закончилась. Детайл. Какой-то уж больно странный. Даже вот эти штуки особо не спасают. Хотя без них бы вообще, конечно, голым все казалось, но... Это как-то, как будто автор заготовку сделал и забыл про эту комнату. Собственно, да, здесь даже делать особо-то нечего. Ты просто зашел. Ни бонусов, ни аптечек, ничего. Ни детайла. Подозрительно тихо на стриме. Да, они уже поуходили. На самом деле... Кто там опять? Был котейка, Джефф-Джефф. Профессор даже на маг заглядывал. Примерьте, кто в чате. И, возможно, меня еще смотрит одна девушка, которая все время говорит. Что она смотрит, но никогда не отвечает. Ну, почти никогда. В комментариях. О, здесь повылетало. По-моему, Амбер звать ее, если не ошибаюсь. Так. Нам нужен красный ключ. Вообще, кстати, заметил фишку этого вода. Здесь практически не нужны ключи. То есть максимум, сколько мы собирали ключи, это один ключ. Один красный. И то череп. Что-то как-то совсем пустынно.
Слушай, Илья, похоже, кстати, на твой ват. Немного. Но я не в том смысле, что он пустынный, а в том смысле, что здесь архитектура похожая на именно начало. Ну такой, знаешь, на твой уровень, только очень-очень все равно видео. О, монстры. Кинотеатр. Что это за стулья? Всем смотреть в окно? Даже не знаю, с чем это связано. Так, ладно, идем дальше. Где-то была красная дверь, но я не помню где. Погодь-ка, нам назад. Назад и вот сюда. USC? Я думал, это тень. Нет. Мифические тени. Это выглядит даже само по себе уже странно, если об этом только подумать. Стрёмно. Так. Гензар. Здравствуйте, господа, давно не виделись. Здорово, здорово. Так. Атенон 31. Привет. Карта, как я в 2006 году делал для контры. Ничего лишнего. Ну да. Текс. Сомнительного качества музыка, еще не лучшая для карты, явно тебе приелась. Ну, поначалу показалось весело. По-моему, просто автор под конец забил на карту, такое ощущение. Я не знаю, зачем столько делать архитектуры и вообще никак не задействовать, вообще никак. Я этого не понимаю. Здесь не атмосфера. Ну, я понимаю, когда монстров не ставят для атмосферности. Такое есть, и это работает, там, Battle Labs, может быть. Ну и подобного, там, под Doom 3, который после. А так вообще никаких монстров. Ну что это? 4 на такую поляну. Это серьезно? 4. 4 вот таких вот. Не знаю. Как-то очень странно. Половину уровня я просто пробежал. Хотя вначале меня так расстреливали со всех сторон, вы бы видели. Начало самое тяжелое. Но тяжелым ее тоже особо не назову. Ну, хотя я там поздыхал, да. Раза три, наверное. Три, четыре. Очень странно автор как-то поступил со своей картой. Что-то делал. А потом забил. Так. Даже желтый ключ. Пофигу. В синей двери желтый ключ. А пофигу. Может, игрок не будет нажимать. Подумает. А, даже синий ключ надо, или желтый. Я уже жду, когда это окажется выходом, честно говоря. Так, ладно, давай-ка сходим в соседнюю комнату. Что у нас здесь? Возможно, я здесь уже был. Да. Здесь я был. Так, у нас красный ключ. Ладно, секундочку, давай-ка еще раз восходим. Я сомневаюсь, что я там все доделал. Может, желтая дверь там была, и мы... Так, но желтых как бы дверей я не вижу. От слова совсем. Ну окей, ладно. Погнали дальше. Илья, уже успел заценить мой последний ролик? Нет. Мои карты, ну да, Helltime похож. Версия 1.3, наверное. Да, но. Может, чувак пытался слезать твою карту.
Правда, слишком плохо получил. А, вот и выход. Слава богу. Не, ну так-то есть неплохие задатки, но почему так пусто, я не понимаю. Просто странно. И когда он вообще закончится, вот это я тоже никогда не мог понять, что происходит. Фух. Вышел. Так, а ты на 31. Ладно, я тут мимоходом перед сном лайк поставил, завтра с утра делаю, понятное дело. Я спать пока. Окей, Тен, давай. Спокойной ночи, спасибо тебе. О, Илья, это прям как тот ват от Skindle DFA. Если помнишь, был такой челик на RDC, где было 4 карты, и все были с хреновой долей трешовости под адским скаем. О, что-то было такое, но я плохо помню. Но догадываюсь. Ну, догадываюсь. Так, Илья, ну как раз под конец стрима заценишь. Так. А на сколько там ролик идет? Чтобы я так ориентировался. Так, что поиграем теперь? Тяжело. Так, чуть-чуть, как называется? Так, ассаут. Осада на горе Гаррисон, что ли? Я правильно перевел? Портал контрол. Так, но я порталы не очень люблю. Хотя выглядит пока вроде самый интересный. Ой, не, я вспомнил, что это за карта. Нахер. Так. А, это ванила, я что-то вообще не туда зашел. Вот, Мксдум, это ж мой отдел. Так. Тут такие слоты будут. Вот это мы только что проходили, это стартовая локация. Блин, кстати, прикольно сделано так освещение, как оно прям... Как будто карта, знаете... Кстати, по-моему, это Stormcatcher делал. Dragonfly? Может, и Dragonfly. А вот тут начало прикольное, кстати. А дальше такси. Да не, это Stormcatcher делал. Какой-то Dragonfly. Может, реально Dragonfly? 6 минут. Лол, карта для перехода между уровнями. Скоммунизили у Кваки первой. Ну да. Конечно, стиль четко кваковский. Не, прям неподдельный. Вот тут ни с чем не перепутаешь. И звуки, и небо. Все-все-все, даже текстуры. Ну, такое лампово сделано. Довольно. Кстати, давайте глянем, какие там еще есть карты. Это я на Гздумовский заходил. О, кстати, могу сказать, не все Гздумовские похожи на Гздумовские. Довольно некоторые так себе. Так, ванила. Давай-ка под бум пойдем. Я здесь еще ни разу не был. Симпотно. Так... Я вот это, когда вижу круг, мне сразу вспоминается, что там арена, будем по кругу бегать. Вот такие ощущения. Что мне говорит вот это, этот рисунок. Но здесь будет пещеры какие-то. Темная база. Так, тут СССР, я понял. Честно говоря, я не очень люблю тему с этими СССРами. О, это довольно красиво выглядит. Возможно, сюда пойдем. Тут даже карты поинтереснее, чем под Гздум. Ну, некоторые там есть нормальные. О, вот это, кстати, прикольно смотрится.
Ну, возможно, автор, конечно, сфоткал самую эпичную часть. Ну, как эпичную? Самую навороченную. Ну, здесь простенько. Здесь странненько. Так, ну а здесь... Что могу сказать? Да ничего особого здесь, по-моему, Ариана. Ладно. Вот это выглядит довольно интересно. Dragonfly, знаменитый маппер и стример маппинга. Ага. Не, ну да, я помню, помню. Я просто думал, что эту карту делал Штормкачер. Это даже Котейка так сказала, это Штормкачер. Им также Шторм увлекался. Тоже как я хотел. Ага. Как-нибудь стримить маппинг. Ого. Так, ладно, хард. Смотри, здесь хардово будет. Так что готовим. Ага. Хард. Ой, да, вот это уже извините, не смешно. Вот это было не смешно. Так, пока еще не поздно, можно сменить профессию. Боже мой, куда я бегу? А! Нет! Я понял. Нахер. Да. Музыка откуда? Давайте, а ну, лимит ремувинг. Здесь я тоже ни разу не был. Вон она. Какой-то мужик. Наверное, автор. О, вот это знакомая карта. Точно говорю, где ты ее проходил. Ой, такое любят часто вставлять, но... Блин. По-моему, я эту карту... А ну... Нет, она точно не с такой музыкой начиналась. Так. Ну ладно, в принципе, вроде бы неплохо. Хардо, могу сказать. Но ты сволочь. Музыка здесь, в принципе, хоть заезженная, конечно, может, каким-то боками подходит к этому уровню. Именно как по скорости. Но я бы, конечно, предпочел бы новую. Классика. Классика жанра. Конечно. Так, о, пулеметчик подключился. Пулеметик. Иди ко мне. Так, елокей. Так, время собирать аптечки. Ну-ка, давай-ка я попробую туда. Секрет. Отлично. Я нашел 25% секрета. Так, ну архитектура здесь-то поинтересней. А, прилетел. Ты все-таки прилетел. Так, давай-ка потратим немного ружьишка. Вот так вот, шикарно. А вот и еловки. Довольно быстро, чего стоит. Даже очень... Ой, господи, боже мой. Фак. Я же не сохранился. Ноу. Была слишком неожиданная ситуация. Ладно.
Так, нет. Пожалуй, я... Убейте меня уже. Пожалуй, я начну. По новой. Ай-яй-яй. Да блин! Этого убили. Ствол. Так, все они там перегасились. Еще два ствола. Ищ. Так. Ага, так. Ладно, показалось, пулеметчик. Попробуем. Попробуем еще раз. Пройтись по темным закоулкам прошлого. Ух! Да-да-да. Ой, я думал, это сержант. Сержант Мейер. Блин, блин, блин. Куда он там взялся? Кстати, можно, собственно, уже вниз прыгать, наверное, да? Да, смотри, я могу спокойно здесь бегать. Ракетница! Вот это была такая интересная ловушка, между прочим. Но мне нещадно повезло. О, профессор, что я пропустил? Ну, всякое. Не знаю, насколько много. Я так-то понял, уровень на самом деле уже проходили. Так, пила, но я вряд ли ей буду пользоваться. На самом деле. Не знаю, нафига она нужна. Так. Как же тебя опустить? Наверное, здесь кнопка у этого мудила. Мудила страшный. Я подумал, что сейчас сзади выйдет. И скажет, привет, Жекан. Ага. Не ожидали, да? Так. Опа. Вот здесь кнопка. Нет. Так. Ладно, наверное, там какая-то кнопка открывает. В любом случае, мы можем взять желтый ключ и от него уже плясать. Собственно, сейчас будет сюрприз. Даже не этот, вот этот. У меня очень красиво. Или некрасиво. Зажали. Буквально сделали безвыходную ситуацию. К сожалению, из нее я выйти живым не смог в тот раз. Зато смог выйти живым в этот раз.
Так. Короче, в баню. Мне вы не интересно. Я, конечно, надеюсь, мне они там темную не устроят. Вот. Красный ключ. А вот куда нужен красный ключ? Сюда. Конечно. Так. Оп. Хорошо. Блин, как я давно не играл в Doom. Даже немного чувства обновились. Перед этим так приелось, честно. Помню, кто-то... А, о! Ух! Сволочь! Подставил меня. Так, там где-то еще один был. Давай-ка пойдем на разведку. А, вон. Даже спустился. Надо же. Я думал, честно говоря, у него не получится это сделать. Но... Все-таки он это сделал. За что ему большое уважение. Сердечное. Так, а вот и аптечка. Вот и аптечка. Так, мне кажется, сюда как-то можно забраться. Вопрос, как же это сделать? Наверное, вот так. Нет. Окей, блин, а на скриншоте вроде такой неприметный уровень, на самом деле, казался. Это не знаю, может, не самый удачный скриншот. Я зашел просто, чтобы вспомнить, мне показалось, там просто напомнило одну карту. Блин, сволочь! А где я хоть сохранился-то? Матерь божья. Так, ну у меня есть, по-моему, даже вот такая вот вещь. Но использовать мы ее не будем. Да нифига себе меня так. Кто-то отбандал. Да. Ладно. Вообще надо пулемет брать. И сразу с первого захода можно выносить одного. Выносить второго. Ладно, там разберутся. Сами без меня. Короче, ладно, давайте методично, собственно, выстрелим. А то где-то зажмут в уголку. Кто их знает. Ого. Так. Найс джоб. Так. Я, кстати, сюда, по-моему, не спускался. Я просто... Я сразу в дверь побежал. Так, я тут, что я пропустил? Каждый, кто зашел, задает мне этот вопрос. Сказать.
Как бы. Наконец-то. Поехали. Ах, красная морда. Мне кажется, кто-то хочет меня облететь. Блин, трупы. Во-во-во, я же говорил. Кто-то облетает. Да, это оно. Самое. Такс. Собственно, у меня еще ракетница есть, я ее даже не применял. Аж обидно. Надо применить. Такие же надежды. Хотя бы так. Ну, этот в целом вот такой. Ну, как вот. Уровень. Довольно неплохо сделан, довольно грамотно все. И с детайлом, и с архитектура уровня, и обстановка монстров. Неплохо. Так. Ага. Ну да, вот здесь интересно, такое отвлекли вниманием. Ты начинаешь спешить и мог бы спокойно пропустить этого, между прочим. Из-за того, что поторопился. Так. Так, что за звуки? Здесь проход? Действительно. Так. Тебе я сразу вынес. Так, ясно. Прохода назад нет. Блин, не то сделал. Ну ладно. Так, недалеко сохранился, это точно. Такое, не совсем, а вот оно. Так, раз, два. Пофиг. Уйди! Не знаю, как я правильно понял, куда надо идти. Фух. Прям чувство не подвело. Погнали еще в Limit Remove, посмотрим, что у нас здесь. Ух ты. А вот это выглядит так интересно, интересно. Арт. Блин, ну сразу так и не скажешь. Я другое представлял. Там, по-моему, небо было. Авторы тоже могут на кликбейк-то подсадить. Мапперы, в смысле. Авторы, мапперы. Уровень тогда тоже неплохой. Я могу сказать, есть зерно, задаток.
зерно автор посеял. Вау! Вау! Выход! Я хочу выйти. Так, ладно. 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 Так. Ух. Так, ракеты там не бесконечны. Ага. Ага. Так, я там сзади тоже поджимаю, на самом деле. Ух! Прям на кончике. Так, здесь я что-то взял. Ой, это слишком затратно было. Пять ракет. У меня есть пистолет. Слишком. Этого мало. Ох! Надо ревенанта мочить, потому что, ну блин, я не туда ракеты потратил. На каких-то псов. Явно не то. Так, Илья, кстати, что снова с донатом? Donation alert заменили лапсом. Бета-лапсом. Не, лучше не надо. Никита, я, честно говоря, хотел убрать. Я забыл, что у меня там стоит. Да, алерт что-то у меня не работает. Запоролось. Ствол! Господи, я все время... Я даже не знаю, как у меня так получилось. А я хорош. Фух, я сохранился. Боже мой. Какая радость. Так. Запахло весной. Метелем отбой. Так, отлично. Блин. Да, это было. Тупо я знаю. Я уже думал, за мной ракета гонится. Да ёлки-палки, рванату, вези на это. Что значит на тебя, Алекс? Алекс укусился стеснением. Да не, не. Там просто есть один нюанс на этом донате, в том, что там минимальная сумма для снятия денег, и она не маленькая. Мне кажется, что вы будете кидать деньги и думаете, что там не скидываете на карту, а в итоге, в смысле, на камеру. А в итоге она там таки останется висеть. Там такие дела. Привет, бутербродный Алекс. Звали меня нифига себе. Вот это да. Как ты так появился по первому зову? Ой, профессор здесь. А, хрен там. Хрен его вывинешь. Ну да, да. У меня там 200 гривен таки висит. А я таки понял. Меня туда, слава богу, никто еще не кинул. Но я, блин, никак и не этот, не отключу. Ну, в принципе, не скинул по понятной причине, потому что я, собственно, с ним еще и не этот, не начинал. Да, блин. Так, а, блин, я...
Ствол не взял. Надо сначала ствол взять. Я уже здесь начинаю зажимать, я в шоке. Так. Ой-ой. Так, ну начало показалось карта хардовой, но... В целом... На самом деле вроде бы разобрались и... Ничего так. Уже не таким тяжелым кажется. Единственное, что с ревнантами надо сейчас разобраться как-то. Мы разберемся. Порядочку. Упс. Потом что-то отправил. В никуда. Ой-ой-ой. Имп там еще что ли живой? Так. Ладно, с этим мы потом разберемся. Собственно, хорошо, что есть патроны вообще. Потому что я... А, вот. Вот проход, ёлки-палки. Потому что изначально казалось, что кроме 17 ракет больше ничего здесь нет. Но все оказалось гораздо проще. Более оптимистично. Да. Так. Сюда надо идти, да? То есть деньги хрен переведешь, вывешь? Да-да-да. Но там надо много собрать. По-моему... Ну, слишком большая сумма, на самом деле. Там, по-моему, где-то 2000 гривен. Это в рублях где-то 4,5. Где-то 4700. Это слишком много. Я столько не собираю. Даже на, когда был донат Alerts. Но там можно было бы было даже вывести, по-моему, минимум сотку, 100 рублей. Это, в принципе, довольно большая сумма. А тут будет как-то тупо. Накидаете донатов. А потом будете говорить, Джека, где вебка? А я такой, ну... Типа того. Так, нехорошо. Получится. Да блин! Так, секундочку. Сейчас. Что-то я разговариваю. Постоянно подыхаю. Подыхаю. Красный ключ. Карту очень напоминаю, сами знаете какую. Кстати, здесь... Вроде бы кнопка, но она почему-то не рабочая. Луи де Финес не хочет нажиматься. Черт. Кстати, да, Жека, где вебка? Где вебка, Жека? Ладно, я могу включить вебку. Я на самом деле ее не включал, потому что плохое освещение. У меня снова свет не работает. Но я сейчас могу включить. Она будет, правда, меня слепить. Я на более темный рассчитывал. Ух ты, жить корные бобы, пипец, она как слепит. Вообще ни хрена не видно. Сейчас, может, куда-то закину ее. Блин, она за стул мне замоталась. Спуталась. Так.
Куда-то туда кинем, вот так вот. Да ни черта, если слепит, вы даже не представляете. Так. Блин, как же я делал? А на секундочку, сейчас я кое-что придумаю. Не знаю, сработает ли. О, да, по идее. Рабочий вариант. Надо бы еще. А ну секундочку я. Так. Вот так вот. Это тень от микрофона. Ладно, давай-ка. Так вот. Фух. Такс. Ну, давай-ка попробуем. Блин, слепит. Ух. Блин. Ты чё, живой? Ой, Жека, 144 на 144. Блин, эти ревонанты меня больше бесят, чем... Ой, хорошо зашло. Я так и знал, надо по центру стрелять. Как раз все будет... Хорошо. Так, и с той стороны нас пуляют. Блин, ну... Ай... Так, хорошо попало. Ну да. Ладно, пофигу. О! Найс. Выбрались с этого колодстойника. Наконец-то. Так. Ух. Так. Кто тут пикнул? Так, 39 патронов должно хватить на всех. Еще останется. Ип. Ну давай. А? А? Кулачные бои. Так. Блин, ни хера не. Кажется, там ствол. Блин. Кажется, тут тревонант. Кажется, он идет ко мне. Кажется, он не сможет подойти ко мне. Это дурацкое освещение, нифига не видно. Так. Влепился. Так. Ой, блин, я совсем плохо слышу. Ой, плохо. Ой. Беда. Я даже не вижу, куда я стреляю. Честно говоря. Так, секундочку. О, бальзам для глаз. Из подземного колодостойника Фьернса как бы ничего не поменялось.
Да, те же столбы, только небо голубое. Нет, даже не голубое, просто такое же серое, как эти стены. А, там кнопка в виде черепа предыдущего деда. Хорошо. Спектр. Грозный противник подземелья. Фу. Блин. Действительно, грозный. Ну что, повторим? По-моему, было неплохо. Я буду ржать, если я их половины не пройду. Да нет, смотрите, вроде бы неплохо. По-моему, сзади только я пропустил аптечку. Ну а так. А, вот аптечка, кстати, есть. И ничего. Я, кстати, по-моему, даже ракетницу сохранил, между прочим. Какой я экономичный. Блин, я думал, что я безнаказанно смогу его убить. Нет. Он вырвался. О, одной пулькой. Шмяк. Блин, как же все круто снова телефона сидеть. Прям бальзам для глаз. А что у тебя за телефон? Так, ты где-то грозный противник. Его имя Спектр. Кстати, между прочим, меня в прошлый раз убил. Но я не понял, я что, двоих убил Спектру? Что-то его не видать. Ладно. По-моему, я, кстати, сюда уже как-то раз выходил. Пока я через другой проход как-то пришел. Не знаю, как мне это получилось. Так, судя по всему, туда я еще. Там я буду. Фух. Закрыто. Ну офигеть. Шел себе, шел. А, вот. Нет. Ой-ой-ой. Боже мой. Откуда ты-то здесь взялся? О, Спектр. Три патрона осталось. Samsung Galaxy Note X3. Какой? Пятый, по-моему. Прикольно. Я Redmi 8 хочу взять, но, наверное, подожду пока. Хочу в следующем году машину купить.
буду теперь ковыряться с машиной. Буду стримы проводить за гаража, как я ремонтирую. Шучу, конечно. Так. Такую херню заниматься. Так. Так, что у нас есть? Тут 10 снарядов. Воу-воу-воу, близко, блин. Так, секундочку, подожди-ка, где-то мы уже могли открыть... А, или это она так открылась. Так, а синюю броню? По ощущениям, вот здесь проход должен быть. Посмотри, вон там синяя броня. Забраться на нее? Ну, отсюда невозможно. Так, секундочку. Блин. Не могу игру свернуть, ну ладно. Хотел черный квадрат убрать. Малевича. Так, ладно. Не знаю я, как забрать. Секундочку, смотри, вот тут две свечки. Вот они к чему здесь? Просто освещение? Так, а нам отсюда через верх, получается. Ладно. Чё, погнали, пацаны? Ой-ой-ой-ой-ой. А, вот так вот. Тут два прохода, оказывается. Так, он, кажется, согрелся. Отлично. Распри между монстрами начались. Что у вас тут еще есть? А, этот еще даже не активен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О-о-о, нет. О-о-о! Вы видели просто, как она завернула. Так, о, сейчас мой кубус там накроет всех. Ну ладно. Не всех. Сколько в нем еще жира осталось? Так, Илья. Еще одна причина юзать софтвары вот в таких, блин, узких и до жопы темных коридорах. Ну да. Здесь специально сложно. О, кстати. Можно немножко по-другому сделать. А, как он там? Стандарт. Сделать что-то вроде вот этого. Тьфу, блин. Черт, я не сохранился. Сорян. Блин. Ладно, может так пройдет. Проскользнуть смогу. Я, кажется, я могу. Ой-ой-ой. Чуть-чуть не успел. Мне кажется, я рядом возле выхода. Да, да, смотри, я тут прыгаю и все. И уровень уже того. Нет. А нет, смотри, очень много чего. Я жив. И это
У нас вселяет надежду. Да. Так. Давай-ка здесь сохранимся. Все равно я возвращаться не хочу. Ой, ракеты. Так, за мной их преследует. Блин. Я знал, что он там ходит. Просто не ожидал, что он умнее, кажется, чем кажется. Так, секундочку, здесь патроны. Ого, я пропустил. В принципе, даже хорошо, что меня убили, потому что сколько я здесь всяких вещей нашел, это прям что-то невероятное. Как замесил просто спектра. Раздавил своей массой. Так, черный экран Малевича, поверх черного экрана Дума. Увлекательная комбинация. Ну да. А, я не видел из-за того, что здесь я еще... А, хотя я уже включил. Ну ладно. Не отмажешься уже так. Мэнкос, что ты творишь? А, здесь, кстати, ракеты, да. О. Так. Я вот этих сейчас прибью. И мы двинем дальше. Так, а что, он один остался? Оп. Профессор, ветеран, а если экспозицию на вебке выкрутить? А, кстати, можно сделать... Блин, не могу свернуться почему-то. Какого-то черта. А ну если через диспетчер задач... О, получилось. А, можно сделать по-другому. Ну да, это во всяком случае будет лучше, чем черный экран. Можно сделать вот так вот. И чтобы не так темно было, можно лампу включить. Просто она меня теперь слепить-то не будет. Я ее вот так вот сделаю. О, так вот играть можно. Ну да, в принципе, меня тоже видно. Хоть немного подлагивать я там буду, но тоже не черный экран. Как-то так. В принципе, да, такое решение. Блин, выпустил своих сыновей. О, отлично. Так, снова монстры. Нам нужен синий ключ. Я даже не знаю, где он. Патроны. Ага, вон он. Так что же мы ждем? Ох ты, елки-палки. Неплохо нас так вжарили. Я, честно говоря, даже не понял, откуда, честно говоря. Да, лампово, причем в обоих смыслах. Окей. В принципе, можно и так. Илья, еще одна причина юзать... А, сорян. Ты уже читал. Так. Оба, на смотри, там телепорт.
Прикольно. Зачем ставить там телепорт, если этого не достану, а? Хороший вопрос. М? А прикол в том, что он опустится, и мы сможем туда зайти. А, нет, он даже не будет запускаться, мы просто туда перепрыгнем. Вот это пронзительность. Невероятно. Да, так. Все, сразу прыгаем, потому что меня постоянно зажимают. А, стоп! Я понял, чего не прыгал. Е, смотрите, хватило. Класс. Вот это... Я в ударе. Так. Хорош. Угу. Вам туда наверх закинуть парочку ракет, да? Ловить. Всегда, пожалуйста. Так. Ага, ага. Ёлы-палы. Что ты хочешь от меня? Твою мать. А! Фух. Так, давай тебе тоже парочку. Это даже одной хватило. Окей. Так. Бывает, мне тоже, честно, на работе говорили, что я повторяюсь. Да. Так, хорошо. Пока вроде бы неплохо. Идем в плазмоган. Уе. Так. Я даже сохранюсь. В честь такого-то. Угу. По идее, с плазмогана его должен был убить. Я изменю ход истории. Так, да, вот, кстати, если бы здесь я с OpenGL без этого ближнего тумана играл бы, то я бы точно не убил. Точнее, меня бы убили. Скажем прямо. Так, а вот и наш синий ключ. Синий камушек. Светящийся. Фух, так. Яичко. Так, ну я так понимаю, проход-то мы можем открыть. Здесь. Это, наверное, просто путь назад. Так, а вот этим мы можем подняться наверх. И сейчас в телепорт, да? Где-то нет. Это секрет, я понял. А, так вот как. Проход-то здесь. А, вон оно чё. Так, секундочку, как я туда попаду. Отсюда его нельзя, потому что проход вот здесь идет. Понятно. Надо просто не забыть про него. Да, уж уровень большой. Явно не моего типа. Слишком монотонно. Монотонный. Ну да. Что есть, то есть. Как и музыка. Очень напоминает один уровень, по-моему, ТНТшный.
ошибаюсь. В нем тоже эта проблема была. Как проблема? Еще удивительно, конечно. Блин, поживлял. Так, я буду сражаться с победителем. Как Doom Slayer. Босс. На-на. Так. Опа-на. А, ну да-да. Это типа я отсюда должен был заметить этот телепорт. Как ты выжил? Борис Михайлович. Так. А вот, собственно, проход к этому телепорту. Нам придется немножко попотеть. Упс. Вот это я дал. Шесть. Так, еще один телепорт открылся. Охереть. Вот это мы раскрываем тайны. Одна тайна, правда, уже раскрыта. Кого-то раздавили, получается. Когда стреляет пулеметчик, никуда не двигайся. Будет проще. Я думал, это секрет. Обидно стало. Такая тайна. Так, ну ладно, вроде бы не слишком разошелся. Чему я, собственно, и рад. Так, это мы снова в колодстойники вернулись, да? Я так понял. Блин. Я даже забыл, как мы отсюда выбирались-то. Блин, я, по-моему, сзади себя понаставлял кучу монстров. Так, ну пошел я вроде бы правильно. Секундочку. Это же та самая локация. Просто я с другой стороны вышел. Точно. Этот Стоунхендж недоделанный. А вот сюда еще не прыгал. А может и прыгал. А, нет, здесь я был. Блин. Блин, я про вас-то уже и забыл. Тихо. Полегче. Блин, я даже не знаю, зачем я на них патроны трачу. Хотя, если подняться наверх, можно неплохо подняться. Ну ладно, тебя просто для статистики. Собьем уже. Так, все, всех зачистили. Так, Илья, это последний уровень на сегодня. Да, это сегодня последний, потому что... Иначе мне завтра будет хана. Так, а вот еще один телепорт. Который открылся, и он... Куда нас телепортирует? А никуда. Да. Жесть.
Так. Ну ладно, нам вроде бы... А, секундочку, нам в тот телепорт не нужно ж. Нам же сюда. Так. А, нет, стоп. Мы подобрали ключ красный. Точно. Блин, так его и нажать надо было не так уж и далеко. Вот же выход. Ёлки-палки. Завтра тоже рано вставать. Я снова просираю выходные на работу. На работе деньги ведь нужны. Да-да. Согласен. Так, ну ладно. На этом, собственно, будем заканчивать. Спасибо всем, кто пришли, побыли со мной. Я, собственно, был очень рад, что кто-то зашел и даже увидел всех своих знакомых. Я, в общем, отвел душу, так сказать. Ладно, что ж. Видосики тайм. А, ну давай посмотрим. Посмотрим. Видосик. Там надо закругляться, конечно, уже. 1,5 часа. Ну, 6 минут. Жесть. Так. Илья, я же где-то на тебя подписан. Так. Ту-т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 у. А, нет, слушай. Чё как? Илья. Плетнев. Так. Так, куча Ильи выскочила, но я не знаю. По-моему, не то. Все не то. Да, давай, кидай ссылку. Сейчас. Думаю, так будет быстрее. Так, секундочка. Секундочка, секундочку. Надо поставить, чтобы экран было видно. Захват окна, так. Не знаю, что он там захватывает. Ладно, сейчас по-новому создам. Так. Или захват экрана. Так. Ну-ка. Ух.
Так, у меня как раз телефон уже садится. Ой, секундочку, секундочку. Так, захват экрана. О, оно. Так, и... Вот так вот. Хорошо. Так, надеюсь, меня видно. Так, а ну-ка, секундочку. А, да, все нормально. Так. Оп. Ух, hello. Zero. Так, я знаю, что я загрузил видео на долгое время, но! Так. Я не работаю. А, не успел прочитать. Ну ладно. Так, ну я надеюсь, что ты. Так, в любом случае, когда. Так. От. Корест. Ох, с меня переводчик, конечно. Так, ладно, наверное, я в маленьком буду. Экране смотреть. Так, я вернулся. Давай прорашим снова. Или для прорашивания снова. Так. Рашим карту. Статистик шок. За 0.53. А, да, ты же этот. Ты же на Найтмара играешь. Сразу задом поехал куда-то. Да, жесть. Блин, знакомая карта? А, нет, это не она. Нифига себе. Безумец. Где-то монстров 10 завалил. Всего-то на все. Круто. 25% килл. Это странно посчитало, по-моему, там гораздо больше было монстров. Дикое начало. Капец, красный экран, как ты еще там выжил? Ну, понятно. А как ты вышел? Задом, что ли? Или ракетой попал куда-то? Так, а ну-ка, секундочку, я немного комментариев почитаю, потому что... Так. Стоп, стоп, стоп. Mm.
Так, а, секундочку. Тикс, 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 тикс. Ага. Тик. Ага. Так, а вообще где-то... А, нет, вот, показалось, показалось. Тык. Чингайнер, привет. Поздновато, конечно. Так, а вообще где-то... А, нет, вот, показалось, показалось. Тык. Блин, начинается. Рекурсия. Так, Раш прикольный. Помню, Лайнас на него летсплей писал когда-то. Да, ну это проходит этот Илья. Archfile Jump на map 07. Так, ладно, поехали дальше. Начало, кстати, прикольное видеоролика с Думером. Автор тут наплодил, конечно. Насадил. Ну да, это надо знать, что, во-первых, туда надо бежать. Я бы не думал, честно говоря. Конечно, такие карты явно с первого раза не проходятся. Идеально. Матерь Божья. Охренеть. Тоже выход странный. Очень интересно. Нифига непонятно. Так, а ну, что вы тут пишете по этому поводу? А. Илья Монтаж, как всегда, обновляю. Музыка из Descent. Ох, нифига себе. Я уже не помню, какая у Descent музыка. Уже забыл. Помню, как в авторсе вода подохренела от моего NM100S. Его map 04. Ой, не то сделал. Так. Все секреты нашел. Процентов. Статистика. Музыка как в Ривендейле. Смертей 20-30. Время 30-50. Минут. Смертей 100-150. Время 2 часа на легком. Или что там, изи было написано. Ну ладно. 300-350. Один день. Тяжело. Та-дам. Прикольная заставочка, кстати, получилась. Молодец, хороший монтаж.
Хорошее прохождение. Шикарно. Такие видео однозначно должны большего просмотров заслуживать. Да. О, да вы из Англии. Так. Ясно. Так, ну ладно, что ж. На этот раз, я думаю, будем уже заканчивать. Чейнганер, как твои пчелы поживают, ветеран? Да, нормально. Ну, как сказать, могло быть и лучше. Пока что готовлю к зиме, собственно. Уже все. Ну, выкачал зато за год 50 литров майского, 150 литров разнотравия и 60 литров этого подсолнуха. Не все пока продал, конечно, но в принципе неплохо пошло. Так, ну осталось теперь все собрать, чтобы пчелы как-то выжили зимой. Надеюсь, продержатся. Вот. Собственно, зимой я уже ими заниматься не буду, потому думаю, можно будет немножечко полетсплеить. Вот так вот. Ну и компьютер заодно, думаю, за это время чуть-чуть куплю. Апну его. Илья, помню, когда я в первый раз услышал в Раше пойти конкретно. Да и сама карта Map 12 тоже эпическая. Сяб за просмотр. Давай, спасибо, хоть за какие-то настроения перед работой. Да-да. Ладно. Все. Спасибо всем тоже за внимание. За внимание, за просмотр, за то, что комментировали. Вот. Тоже, честно говоря, пришел за настроением, больше ни зачем. Вполне достаточно того, чтобы с вами поговорить. Вот, просто записывать было скучно. Хотя я уже был готов, думаю, записать уже потом комментарии почитать. Вот, ну, так было гораздо, гораздо круче. Ну что ж, все. Всем всего хорошего. Спасибо. До скорых встреч. Пока-пока-пока.